Привет, бро! Быстрый обзорчик свежего проекта на выживание с идол-элементами в стиле рогалика. Return to Abuse вышла она недавно, где-то в середине сентября, чуть поменьше. И она уже имеет довольно неплохие оценочки. И я, в принципе, ребят, понимаю, сам позалипал, поиграл. Ну да, прикольно, ходишь, зафигачиваешь орды монстров. Они у нас, между прочим, меняются как по количеству, так и по качеству. Плюс появляется босяк, которого должны мы будем убить, чтобы пройти данный уровень. Плюс какие-то ловушки. Огромный набор навыков, которые мы улучшаем различными примочками и эффектами. Ну и когда уровень мы проходим, мы сможем попасть в таверну и пойти прокачать как наш уровень, как наше оружие, так и наши способности. Ну и также еще статы. Тут у нас есть оружейщик и бармен, и еще какие-то чуваки, которые обязательно нам помогут в прокачке нашего персонажа. Проект, к сожалению, не вышел в Play Market для граждан РФ, однако без VPN, костылей и прочих негативных атрибутов проект можно скачать с TapTap. Ссылочка будет в описании, также ссылочка на телеграм-канальчик, где мы теперь обсуждаем не только игры, но и онлигодные аниме-сериалы. Но есть группа Болталочка, куда ты можешь писать вообще абсолютно на свободные темы, предлагать сериалы, предлагать игры потестить, все что угодно. В свободной форме будем с тобой общаться. Ну и пиши комментарии везде, в ТГ, в YouTube, везде тебе буду отвечать. На выбор у нас здесь есть очень много разных скиллов. Ну и, соответственно, дальнейшие этапы будут идти намного сложнее. Соответственно, по старинной схеме. Зачищаем этап, набираем ресурсов, сливаем их в нашего персонажа, чтобы сделать его сильнее. И направляемся уже на следующий этап, который, разумеется, будет тоже сложнее. Ну и, разумеется, есть гача, где можно паролить какие-то ништяки для нашего персонажа и тем самым сделать его сильнее. Ну и билетики эти можно будет получить за выполнение различных заданий. Ну и на старте их также насыпят, чтобы все у нас было дико звонко, так сказать, красиво. Чтобы все у нас было хорошо. Такой проект довольно занятный, сам позалипал. Ну, эмоции только положительные. Обнял, приподнял и до встречи на следующем видео. Буду ждать тебя в комментариях.